Итак, следующее направление, которое у нас будет представлено. Кто-нибудь может сейчас со шваброй быстренько пробежать, как я говорю? Да. Это джаз-модерн. У нас есть... А где швабра? У нас есть два преподавателя. Пробежать, пожалуйста, со шваброй нет. У нас есть два преподавателя, которые ведут джаз-модерн. Это Яна и это Маша. Они очень разные. И они подготовили два совершенно разных номера. И первый номер, который мы увидим... Джаз-модерн от Яны. Здрасте всем! Всех с наступающим Новым годом! Мы желаем вам с девочками побольше волшебства в Новом году! Тему щелкунчик.